Ну вот, приготовила три орхидеи сегодня для полития. Наступила весна, и хочется орхидеи поливать именно душем. Вот такие вот три красотки сегодня у меня на повестке дня. Это Леодора, вторая — два беглипы, двойная посадка, и двойная посадка полосатиков шоу-пис и еще одной азиаточки. Люблю поливать душем. Они после этого становятся чистые. Ну, я думаю, многие об этом знают. Начну с Леодоры. Я немножко уже ее начинала поливать до видео, а потом подумала, дай-ка я сниму на видео и покажу, как я поливаю своих красоточек. Вода у меня градусов где-то, попробую, сейчас потрогаю, ну, градусов 40 с лишним точно есть, 44 точно есть. Я не боюсь поливать таким теплым душем, потому что орхидеи после этого просыхают гораздо быстрее, как будто впитывают вот это все теплый, влажный воздух. Ну и замечала, что после душа быстро пазухи становятся сухими. Иногда даже практически не приходится ничего протирать. Вот сейчас я вторую орхидею начала поливать. Поливаю тоже так же бутоны. Сейчас, когда уже скоро, почти скоро наступит весна, орхидеи это чувствуют, они потихонечку просыпаются. И вот такой вот теплый тропический дождь, такой полив дает толчок росту новых корней. Не надо бояться поливать душем, если орхидеи здоровые, то она вынесет все это спокойно. Ей будет только на пользу. Ну, а которые говорят о том, что вот я сколько раз пробовала поливать душем, у меня обязательно желтел низ, ствол и листья. Шея становилась черной. Это не от того, что вы используете душ, это именно от того, что ваша орхидея занежена. У нее плохо работает иммунная система. И вот какой-то маленький сдвиг в уходе, вот так реагируют орхидеи. Поэтому нужно обязательно свои орхидеи тренировать, закалять, чтобы они вот при таких малейших каких-то казусах не приходили в такое больное состояние. Поливать нужно недолго, я думаю, вполне достаточно 3-5 минут для того, чтобы листья стали чистые. Ну и когда в комнате очень сухой воздух, есть вероятность того, что заводятся клещи. Даже несмотря на то, что за окном холодно, за окном зима, клещи заводятся от пересушенного воздуха. Ну, у каждого насекомого есть повод для того, чтобы возродиться. Вот клещи именно и от такого и размножаются, сухого воздуха. Следующая орхидея шоу-пис и полосатик, азиатка. Я пересаживала в архиату, ну и заметила, что в архиате очень быстро просыхают корни. Вот этим вот мне не нравится, потому что у меня грунт постоянно был влагоемкий, и я в связи с этим путаюсь, когда же время пришло поливать. Ну, я надеюсь, что архиата со временем придет в нормальное состояние, что она наберет достаточно влаги и будет влагоемкой. Потом только будет наблюдать, нужно будет наблюдать за тем, чтобы не перелить растения. Сейчас здесь стало очень тепло. Я не побоюсь полить цветы. К тому же шоу-пис, я чувствую, что он скоро уже будет отцветать. Прекрасно чувствует себя растение. Под таким душем даже мне самой уже стало тепло. Ну, те, кто поливает
душем. Я думаю, они меня прекрасно понимают и поддержат. Самое главное, что после душа нужно поставить их в теплую комнату. Я не раз об этом говорила, что если комната теплая, где нет холодных, прохладных сквозняков, орхидея перенесет душ спокойно. Вот поэтому и нужно их оставлять в ванной минут на 20-30 после душа, для того, чтобы они остыли. Ну, это и так все понятно. Мы же знаем, что когда мы сами выходим из бани, из душа, нельзя выходить на прохладные сквозняки, в холодную комнату. Это грозит именно насморком. Вот такие вот красотки у меня на данный момент. Им очень все нравится. Ой, а уж как мне это нравится. Ну вот прошло полчаса, и сейчас я хочу посмотреть, что же там в розетках. В некоторых розетках в основном воды нет. Вот только в двух осталось немножко. Что я буду делать в таких случаях? Сейчас я их перенесу на кухню, теплую кухню, и все листики, все пазухи промокну для того, чтобы орхидея была без воды в точке роста. Ну вот такой полив иногда бывает у меня именно душем. Мне нравится поливать душем. Главное, чтобы не было никаких побочных эффектов. Ну вот и все, мои дорогие. Буду с вами прощаться. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.